Первый запуск многофункционального устройства Epson L3110 со светостойкими чернилами оригиналом нет. Откройте крышку СНПЧ на передней панели. Откройте заправочное отверстие. На каждой баночке есть специальный ключ, поэтому вы не сможете залить случайно неправильный цвет. Вплотную вставьте бутылочку с чернилами в заправочный паз. Проведите процедуру заправки с каждым цветом. После заправки СНПЧ чернилами закройте отверстие и крышку. Подключите устройство к электросети и включите его. Когда загорится индикатор капля, нажмите и удерживайте кнопку «Отмена печати» в течение нескольких секунд, пока индикатор не начнет мигать. Начнется заправка чернил. Устройство будет прокачивать чернила в течение 10-12 минут. Подождите, пока индикатор питания не загорится. После этого распечатайте тест ДЮС, чтобы убедиться в работе МФУ. Заходите на «Оригиналом нет». Мы точно знаем, какой принтер подходит именно вам.